Между двух столиц в Клино заложили камень в основании будущей часовни царя-мученика Николая II. В Клино должна быть построена часовня в честь императора. 10-й в зоне особого внимания. Какие выводы сделала муниципальная скрам-группа после объезда поселка? Почему вы себе в таком возрасте позволяете говорить неправду? К вам каждый день, может быть, приезжает глава для того, чтобы спросить, как у вас идет торговля. Вы своих детей тоже учите врать? Нет. Как наметишь отдых, так он и пройдет. Спецкомиссия оценила готовность детских загородных резиденций. Что у вас тут есть? Ну, в общем, стараемся, чтобы все было. Угу. Потому что аптечку, ВИЧ, покажите мне, пожалуйста, укладку ВИЧ. Все, тут все есть. Все, все, да, есть, да, гребешки, все, все буквально. Исторический квест, мастер-классы, презентации. В субботний вечер Клин накроет ночь музеев. Тема программы «Назад в СССР». Мастер-класс пионерского танца. Конечно, все хотят вспомнить, кто-то не был, кто-то был пионером. И вот эту возможность почувствовать замечательное советское детство.